чтобы такого связать, мягкого, нежного, пушистого, как облачко. Новое изделие из мохера, тем более скоро придет долгожданная поставка этой великолепной пряжи. Всем привет, меня зовут Саша, консультант магазина пряжи и нитки. И сегодня мы с вами поговорим о топ-5 изделий из мохера. Также все мастер-классы, которые будут упомянуты в этом видео, и пряжа будут прикреплены под видео ссылками на сайт. И первое место на этом пьедестале занимает паутинка из мохера кору на шелке. Только посмотрите, какая она мягкая. Ну, вы потрогать ее не можете, а я могу. Она невероятно мягкая, невероятно легкая. Эта паутинка весит всего лишь 100 грамм. Просто представьте, как бы, ну вот, даже кофта, мне кажется, на мне грамм 300 весит, и она легкая, мне кажется, а вот это 100 грамм. То есть это прямо невесомое что-то. И это на размер, ну, до 46-го. Ну, 46-го будет в обтяг, а вот 42, 44, 40, это будет немножко оверсайзом. И она очень теплая, даже несмотря на то, что на ней есть, ну, как бы она немножко в дырочку, такой у нее узор, рисунок. Несмотря на все это, она будет очень теплая, то есть вы ее надеваете под куртку, под верхнюю одежду, и она вас будет невероятно просто греть, вам будет очень тепло. Но в то же время, когда вы находитесь в помещении, за счет вот этих как раз-таки дырочек у вас тело, кожа дышит, и вы не перегреваетесь, то есть вам тепло, но при этом комфортно. Также у нас есть еще мастер-класс по этой прекрасной паутинке от Яны. Второй на очереди — это у нас кардиган зимней истории. Это также нить мохера на шелке, но уже связанная в два сложения и на спицах 4,5. То есть если будете более рыхло вязать, у вас не получится кардиган, так как это будет более пластичное полотно, а кардиган все-таки должен держать форму, поэтому вяжем поплотнее. Вот, кардиган в два сложения. Тут также 200-250 грамм вам хватит на это изделие. Просто понимаете, насколько это, так скажем, выгодно? 100 грамм паутинка, 200 грамм кардиган. По соотношению с ценой это вообще максимально недорого, зато натуральная, приятная пряжа, и вы будете индивидуальны, то есть такую вы не купите в магазине. Так что также по этому кардигану у нас есть мастер-класс, тоже можете его приобрести и связать. Третье на очереди — это у нас свитер с подмотом из гармони, то есть ниточка мохера и пару нитей гармони 100% мериноса, где он метражом 1500 метров в 100 граммах, он тонкий, но при всем при этом вот эти пару нитей или даже одна нить придают упругости вашему изделию, то есть оно держит форму. То есть если вам одна нить мохера — это слишком пластичное полотно, а две нити мохера для вас это очень тепло, то идеальным для вас решением это будет мохер с подмотом. Это будет в то же время ваше изделие держать форму, и в то же время оно будет вас согревать. Следующее, о чем мы поговорим, это палантин из мохера. Палантинами считаются, так скажем, шарфы, которые в ширину от 55 сантиметров, то есть все, что меньше, это не считается палантином. Так вот, вспоминаем пуховые оренбургские платки, которые все очень любили, которые всех очень грели. Вот это из мохера можно связать то же самое. Также можно связать спицами. Либо же есть очень интересный вариант — крючком связать. Можете шарф связать, то есть это будет легкое, невесомое тоже изделие, там вам хватит грамм 70 на шарф, на палантин грамм 100. Это будет также очень невесомое, но в то же время очень теплый аксессуар, который будет вас греть. И последнее на очереди — это у нас носки с добавлением мохера. Это что-то максимально невероятное, потому что наша клиентка, но уже моя подруга, связала эти носочки в подарок, и я стала в них спать, и
Это так круто, это так тепло. Ничего теплее, мне кажется, вы никогда в своей жизни не найдете, как носки с махером. Это просто очень тепло. Ножки не потеют, не перегреваются, но в то же время вам очень тепло, даже в сильные морозы. Единственное, что нельзя уже будет носочки постирать в стиральной машинке, их надо будет постирать на руках. Они становятся еще более долговечными за счет того, то, что махер на шелке, там добавление шелка, и ваши носки становятся более износостойкими. То есть помимо того, что там уже и так в составе носочной пряжи есть полиамид, у вас добавляется еще и шелк, и это прям вечные теплые носки. Не забывайте ставить лайки, оставлять реакции, писать комментарии, нам будет очень приятно. Делайте заказ на сайте, также, если у вас возникают какие-то вопросы, обязательно пишите, мы проведем для вас видеоконсультацию, все объясним, покажем и расскажем. Поделитесь, какие вы изделия вяжете из махера. Будь кофточки, носочки, куда вы его добавляете, и просто похвастайтесь своими изделиями. Всегда ваши, Айнитки.